Ребята, всем привет! Уже не доброе утро, уже обед. Вот, мы только что сходили погуляли. Забрала я заказ Faberlic, сейчас я вам покажу. Я вам говорила, что там аукционные товары, черная пятница. Вот, сейчас я разогревать буду обед. Сейчас вам покажу. Тут у меня осталась картошка в таком лоточке. Сейчас я хочу ее разогреть с мясом. И еще у нас бабушка сделала очередную порцию морковки по-корейски. Кто не видел, кто не делал, посмотрите там видео ниже. Будут рецепт морковки. Еще одна у нас баночка. Вкуснотища. Сейчас я буду кушать. Так что всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Еще у нас вот такой вот салат с капустой, с морковкой. Бабушка приготовила. И еще у нас вот здесь вот, смотрите. Уха, щука. Дед ловил щуку, бабушка приготовила. Покажись. Мы Мишельке купили такой свитерочек, тепленький, на флисике. Алиэкспресс шел, ну правда, у меня долго, месяца, наверное, полтора или два даже. Мышка, Мишеля, такая девчонка в розовом. Еще одна девчонка в розовом, привет, скажи. Погода, скажи, плохая, да? Мишель, нельзя. Так, сейчас я вам покажу заказ Faberlic, который мне пришел. Были акционные товары. Там, получается, по бонусам, которые у вас, у меня такие вот 4 масочки. Ботаника. Они мне шли бесплатно, вот такие вот. Буду пробовать, я их не пробовала, они идут 30+, 20+, 40+. Ну, такие увлажняющие, хочу попробовать. Дальше шла вот такая альгинатная маска. Честно говоря, ни разу не пробовала. Альгинатная увлажняющая маска, идет сухая обезвоженная кожа, чувствительная кожа. 10,46. Попробуем вместе. Дальше мне шел тоже бесплатно вот такое вот мыло детское. Гипоаллергенное положу просто в ванну, не сейчас, но потом. Просто рукнуть. Дальше в подарок в этом шел мне вот такой вот порошок. Я говорю, что я порошки люблю. Я в прошлом раз заказывала сразу 2, они были по акции. Мне это бесплатно. Так, дальше. Вот такое вот средство для духовки и плит. 11-11-9. Обалденно, очень классно. Убирает жир для плит, для духовок. Супер средство, супер классное, экономичное, надо вообще совсем чуть-чуть, обалденное, советую всем. Ну, я думаю, кто Фаберликом пользуется, тот знает. Так, дальше. Шла распродажа, Соньке заказала вот такие вот леггинсы. Очень многого не было в наличии. Такие приятные, хбшечка. Обтягивающие трикотажные брюки для девочки. Гляньте, какие классные. Они как такие пижамки. Дома бегать они легкие-легкие. Они больше на лето. Кстати, можно было, наверное, заказать размер-то побольше на лето. Или на весну. Ну ладно. Буду сейчас дома бегать. Классные. Мне нравится. Качество. Мишель, ты ничего не забрала? Вот и будь здорова. Ой, будь здорова. Сонька на заднем плане чихает. Так, каталог. Дальше. Вот такая тушь. Я ее не пробовала. Вольюм, объем. И вот такая вот помада. Она шла по акции, по-моему, за 300 рублей. Помада и тушь. Я заказала это на подарок. Дальше. А, еще одно мыло. Еще одно мыло. Думала, одно. Нет, их два. А, это с оливковыми миндальными маслами. Это экстракт ромашки, чистое тело. 0+, написано. Для малышей. Так, дальше тоже у меня шло все по акции. Вот такой вот маска для ног, интенсивное увлажнение. И вот такой вот депантенол, интенсивное восстановление, бальзам для рук. 21,87. Вот это супер средство, прям обалденно. Она настолько хорошо увлажняет. Очень хорошо заживляет. Мне очень нравится. Я заказывала уже не один раз. Я заказывала маме их несколько штук. То есть мне нравится.
И вот такая вот крем-маска. Нанесите крем-маску плотным слоем на сухую чистую кожу легким массирующим движением. Оставьте для воздействия на 5-10 минут. При необходимости смойте теплой водой. 21,55 артикул. Будем пробовать. Так, дальше я заказала. Хочу попробовать шампунь для светлых волос. Вот такой вот для блондинок. Не пробовала, не знаю. 89,55. Хочу попробовать. И такую же заказала маску. Защита цвета для светлых блондированных волос. Интенсивно питает волосы, делает мягкими и шелковистыми. Вот такая маска и шампунь. Хочу попробовать, не знаю, не пробовала. Мне вот интересно, потому что волосы, видите, сухие. Прям сильно. Я вчера голову помыла, и сегодня волосы очень сухие. Так, дальше. Это шла ложечка в подарок порошку. И заказала вот такую вот серию. Ночной крем для лица и дневной крем для лица, кислородное питание. Так, значит, для сухой нормальной кожи. То есть у меня кожа больше как нормальная, я думаю, немного и сухая, но больше как нормальная. Питает, значит, кислородом, улучшает кровоснабжение, восстановление барьерных функций кожи, усиленное действие всех активных добавок. Так, снимает сухость, шелушение. Вот такой вот. Faberlic Oxy. Кислородное питание. И то хочу попробовать, потому что мой крем уже заканчивается, я вам рассказывала. Вот такой вот маленький. В общем, хочу попробовать, потом вам расскажу. Не знаю, буду я сейчас его открывать или не сейчас, посмотрим. И также к нему я заказала нежный тоник для лица. Тоже. Кислородное дыхание. Мягкий тоник очищает кожу от средств для снятия макияжа, дарит ей приятное ощущение свежести и чистоты. Вот, не знаю, хочу попробовать, мне самой интересно, если честно, что это такое, попробуем. Так, все, на этом покупки мои закончились. И еще я купила вот такую, это уже не Faberlic, это я просто зашла у нас на рынке, купила тонику Аметист 901. Это я тонирую волосы, я когда голову мою, как-то я вам показывала. Голову мою и потом добавляю пару капель этого тоника. Он такой прям сине-фиолетовый. Всем покажу. Видите, он такой вот сине-фиолетовый идет. Вот. Он хорошо убирает желтизну. То есть вы голову помыли, маску нанесли. Разбавили где-то 0,5 литра воды, пару капель вот этого тоника. Разбавили, ополоснули им голову, все, смывать ничего не надо. Но единственное, что он сушит волосы, поэтому аккуратно. Но это реально классное средство, которое убирает желтизну. Поверьте, я это знаю, потому что у меня волосы желтеют моментально. Так что вот такие вот были покупочки, вот такой вот был заказ. Как всегда, минимум всего, потому что смысла набирать нет никакого. Сегодня на ужин на голове заколола я волосы. Я не всегда их закалываю, они мне особо не мешают. Так, сегодня на ужин у нас будет курица с картошкой. Достаю свой противень. Сейчас поставлю
духовку разогреваться. Пока она у меня будет разогреваться, я поставлю сухарики. Вот сухари. Пусть поджарятся. Как-то порошок надо спрятать. У меня замаринованная курица была вместе с луком. Сейчас я ее выкладываю на противень. Лук убрали, осталась курица, бедрышки это. Вот. И сейчас я картошку порежу и выложу ее сюда. Курицы. Вот такими вот. Не сильно большими, где-то вот такими вот, чтобы она хорошенько пропеклась. Добавила сюда майонез, немножко соль, перец. С майонезом будет вкуснее. Можно вообще без майонеза делать. Но я уже 100 лет не ела майонез, поэтому добавила сюда. Так что будем кушать сегодня с майонезом. Такая у нас получилась картошечка с курочкой. И там у нас салатики, капуста, морковочка. Сейчас будем кушать. Уже поужинали, сейчас я хочу помыть раковину. Посуду заправила в посудомойку. Сейчас достану средства. Такой у меня остался комин. Совсем чуть-чуть. И помою раковину. И все. А еще я купила вот такую вот сарму. Сарма, чистящий порошок, антибактериальный. Ну, реально, мне он очень нравится. Очень хороший. Чистит, отбеливает, убирает микробы, бактерии. Такой же есть антижир. Очень хороший и очень бюджетный. Очень бюджетный. Так, это у меня остатки комнаты. Его надо доиспользовать. Помоем раковину. Это Сонька на заднем плане. Проезжайте. Пока мальчики мои играют, я пришла сейчас Соньке напущу ванну. Немножко покупаю ее. Так будет шуметь вода. Буду с вами прощаться. Спасибо большое, что смотрите. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. Не забывайте ставить колокольчик. И всем пока-пока.